Здравствуйте, меня зовут Глеб Кузнецов, я волонтер и организатор восстановления храма Ильи Пророка в деревне Нюнишская Архангельской области. Ильинскую церковь в начале 20 века построили местные крестьяне. Вряд ли многие из них пережили Шенкурское крестьянское восстание, а после революции в церкви был амбар. На стенах висели иконы, а пол был завален зерном. Но в 60-е годы колхоз укрупнили, церковь забросили, а в 90-е годы ее разграбили. На ней провалилась крыша. Именно в таком состоянии, в состоянии руины, мы нашли ее 2 года назад и полюбили. В прошлом году мы с друзьями-волонтерами поехали в Нюнишскую, провели там работы. Мы перекрыли алтарь, разобрали завалы, поставили крышу над притвором, но самое главное, мы подружились с местными жителями и с местным священником отцом Олегом из Шенкурска. Отец Олег хочет служить в Ильинской церкви, а местным жителям нужен храм в их деревне. Этим летом мы с волонтерами и профессиональными плотниками хотим снова отправиться в Нюнишскую. Нам предстоит восстановить крышу над храмовой залой. Это серьезная и затратная работа. Местная администрация даже обещала подарить нам лес для выполнения работ. Также мы собираем свои деньги для оплаты труда плотников, без которых нам не справиться. Но средств по-прежнему не хватает. Мы просим вашей помощи. Помогите восстановить крышу над Ильинской церковью.